голые. В стране такое. Вы а что в стране? На женщину на одну напали. А то по 19.3 сейчас вас оформим. Не подчинение сотруднику межгалактических войск. Уезжайте, а то нам надо место, потому что сейчас фура приедет под разгрузку, поэтому мы хотели, чтобы вы отъехали. А? Мы с ним не знакомы. Просто вы можете пока отъехать, чтобы они сейчас просто к нам товар привезут. Спасибо большое, все. Я не знаю. Добрый день. Здравствуйте, а вас можно попросить покинуть пешеходную дорожку? Да, конечно. Спасибо большое. А это пешеходная дорога? А вот вы знак проехали, да? А, я просто не заметил. Я просто уже впервые в своей жизни начал таскать правила дорожного движения, чтобы людям показывать, да, если нет, они вдруг... Я без претензий. И мы тоже... Нет, мы конечно, претензий... Потому что магнит здесь... Приманивает, он притягивает металл, нет, мы знаем. Не металл. Здесь должна быть какая-то остановка, потому что так, если ты на машине... Вот я, например, у меня ни нога, ни рука не действует. Ну ладно, все, покиньте, пожалуйста, все, до свидания. Да, о, на разборку приехал. Разбирать сейчас будем его. Здравствуйте. Знак заехали, пешеходная дорожка. Здесь нет парковки. Сейчас я сниму капюшон, а то я не особо что-то слышу вас. Еще раз. Да. Что еще раз? Можно парковку? Я не слышу вас. А, кому? Водителю? Передаем документы. Сейчас я вам свои передам документы. Сотрудника ГИБДД. Достаем водительское, свидетельство о регистрации, транспортное средство и страховку. Будьте добры. Доставайте, доставайте. А то по 19.3 сейчас вас оформим. Не подчинение сотруднику межгалактических войск. Давай, покиньте пешеходную дорожку. Вы заехали под знак, и все, вам документы не нужны никакие. Ни от меня, как от обычного человека, ни от кого-либо. Что еще раз? Убери свои камеры. Вы что, это просто камера? Вас бояться надо больше. Давай, выходи, давай. Ребят, подержите камеру, мне сейчас давать будут. Ну, выходите, давайте. Выходите, выходите, что вы думаете? Слышали поговорку? Чем больше шкаф, тем громче падает. Конечно, слышу. Да. Но вы тоже понимаете, что вы можете отпортать. Вы можете попадете по мне. Но я вас тоже красивым отсюда не отпущу. Обещаю. Обещаю. Точно, да. Да, точно. Поэтому покиньте, будьте вежливы. Все-таки я надеюсь, что автомобиль не компенсирует ваши какие-то более меньшие достоинства. Я человек. Неравнодушный человек. Я к вам вежливо подошел. Я сказал, что вы проехали без знака пешеходная дорожка. Здесь нет парковки транспортных средств. Все, вы должны сказать спасибо, ребят. Я извиняюсь, я сейчас припаркуюсь на противоположной стороне. И все. Кирилл, я Кирилл. Человек обычный, как и вы, человек. Ничего, все, покидайте пешеходную дорожку. Вы так работу себе не нашли, да? Нет. Продолжайте все. Если честно, нашли, но нас быстро уволили. Они поняли, что мы не способны. Ну а кто что, и соответственно... Мы в кино видим каждый раз. Да, да, да. Ладно, удачи, счастливо. Да, и вам, до свидания. А что вы заезжаете? Ну, понимаете, разговор не так начинается. Ну, давайте. Хотя бы здоровье. Добрый вечер. Да не, мы просто видим, автомобиль заехал на тротуар и решили просто зафиксировать приложение. Привет. Он мерзнет, что ли, да? Ну, да, мне просто... А вот у вас на противоположной стороне под знаком П. Давайте это... я уберу. Уезжайте, конечно. Мы же не будем вам даже препятствовать. Нет, вы сейчас будете отправлять? Не, если вы сейчас уедете, все, мы, может, и не успеем. Езжайте с миром. А Богом. Что, даме жалко 3000? Слушай, видно, что упакованная, да? Может, муж скажет ей. Может быть, кстати, может, да. Его. А, ну это да, реально. Вот такое вот чудо стоит вот здесь у нас на тротуаре. Здравствуйте, а вы до речного вокзала не подкинете? До речного вокзала подкинете? По тройку. До речного вокзала подбросите нас? Не подбросите. Почему? Вы же автобус. Вот если верить знаку, вы какой-то маршрутный транспорт. А причем вы... общественный. Говорите, ты что, сломался? Думаешь? Так. А, мы будем жаловаться в Дептранс, что вы отказали нам в обслуживании, в перевозке. Это вообще, это возмутительно. Хоть на долю секунду, нельзя.
Поймите инвалид. Правильно, да мы, видите, вы нам не обязаны инвалид. Показывать документы, поймите правильно, вы заехали на пешеходную дорожку, пешеходы хотят, чтобы вы уехали туда же, откуда заехали. Только отойдите, вы через сейчас весь, через всю пешеходную не дорожку. Через всю пешеходную, а вот не здесь. Надо, сдайте, пожалуйста, задним ходом руль направо и вернитесь, пожалуйста, назад на проезжую часть. Заехали, блин. Делать нечего, как инвалидов гонять, да? Да мы не инвалидов гоняем, а водителей. Инвалидов-то вообще мы не трогаем, мы им сочувствуем. Инвалид. Да вы выверните колеса, вы все не туда едете. Знак. Я а места для инвалидов? Я хожу в МФЦ, и у меня инвалидное место должно быть. Где оно есть? Вот на противоположной стороне. Да, идите, покажите. И вот... Да. А вы пойдете сейчас со мной, если я вам покажу? Что значит пойдете? Ну, вы говорите, покажите. Я вас даже отвезу. Ну, я уже второй раз кататься сейчас буду на машине. Где, я уже с одним мужчиной катался. Где инвалидное место возле МФЦ? Я вот инвалид, я хочу поставить машину. Где оно Но есть? Но вы видите, что здесь его нет. Это хорошо? Нет. Это правильно? Так, а правильно наши права ущемлять пешеходов? А нам где ходить? Вам везде предоставь парковку, где дороги, мне дублеры. Парковку предоставили? Вы, может, на такси просто приедете сюда, вам легче О, будет. Зайчик вас, мой, вы... инвалиды у нас ездят на такси, они самые богатые, самые здоровые. Ну, не знаю, ваш Шкода тоже не дешевый, мне кажется. Вам не обязан парковочный. Дети, ну ничего себе. Нет, ну что вы мне эти все камеры на меня настроили? Простите, вы заехали в пешеходную зону. Ну, я знаю, я... здесь было 10-15 машин было. И поэтому можно заезжать, правильно? Вот им штраф придет, и вам, значит, штраф придет. Штраф. И вы будете... Ну, радуйтесь. Мы не радуемся, мы, наоборот, очень огорчены тем, что водители не соблюдают правила дорожного движения и прикрываются половой принадлежностью. Какая разница, вы водитель. Водитель человек бесполый. В стране такое. Вы а что в стране? На женщину на одну напали. Вообще ему слова не говорили. Вы первые начали диалог. Мы с вами вообще ну, не разговаривали. Оставьте. Не доводите меня до истерики. Вас никто не доводит. Доводите. Чем? Извините, вас попросили убрать не автомобиль. Не надо мне снимать. Я уберу машину. Ну, убирайте. Я не знаю, будьте как добры. Ее убрать. Туда поехать. Не, по кратчайшему да. пути только. По правилам ну, должны жить. Не надо на меня направлять эти дулы. А что не вы, надо сюда машину бандиты, ставить. Что ли? Дуло камеры? Направлять. Не надо направлять автомобиль на тротуар и не будет дула камеры. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте. Вам больше делать нечего. Совершенно верно. Пятница, рабочая неделя закончена, нам делать нечего. А можно вас попросить автомобиль убрать с тротуара? А, да, здрасте, я сейчас уберу. А просто вы заехали по знаку, молодые люди вам показывают? Да, а я, молодые люди здесь, я так понимаю, что не работают в качестве сотрудников ГИБДД, да? Кто? А вам знак, они... Смотрите, ну вы можете со мной пообщаться, смотрите. Нет, вы сегодня уже заезжали? Вы сегодня уже заезжали, смотрите, у вас уже оформляли сегодня. С людьми не разговаривали. Да послушайте, вы даже не хотите... Адама хотел знак послать, а что вам нету? Там нету знака, вам... Вы же не разговариваете с незнакомыми людьми. Мы не знакомы, вы сказали. И сейчас вы не хотите с нами общаться. Хорошо. Максим, если что, не общайся с водителем, потому что надо следовать ее кредо, с незнакомыми людьми не общаться. Потому что когда я попытался вести диалог в самом начале, мне сказали, что мы не знакомы, я с вами общаться не собираюсь. Спасибо. А сейчас, да, сейчас вдруг понадобился диалог. Нет, у меня с ним диалога нет. Нет, я с Максимом разговариваю. Да, вы будете разговаривать с... Хорошо. Договорились. И ГИБДД сразу вызывайте. Да, хорошо. Я... Противоположной стороне тоже вон ребята идет команда, мы все очистили, сейчас мы просто с ребятами пойдем и выпьем немножечко кофеечку, согреемся и думаю где-то через минуточек 30-40 мы сюда вернемся и посмотрим, что же здесь происходит вечером. Вот и все. Ух ты, а что это такое происходит? Что это происходит у нас? Здравствуйте. А вам помощь нужна? Нет? Нет, нет, это Алексей.
А? Такси жду, спасибо. А, точно? Ага. А, то мы, ну, нарушителей не пускаем, я смотрю, а. Мы все ближе к дороге. Не, он сейчас просто подъедет поэтому, ага. И он сможет вам помочь, да, точно, да, думаю. Ага. А, все, просто аккуратно, не выкатывайтесь, хорошо. А то стрёмно. Друзья, мы, грубо говоря, срёмся ни из-за чего. Мы каждый раз друг друга посылаем в пешее сексуальное путешествие. Вот, молодой парень. У нас вообще, мы всем располагаем. Чем, вот, что нас не устраивает в этой жизни?